что ну, короче, сет сыра так сегодня не получится. Я его готовил специально. 18 часов. Видишь, времени уже нету, мало. Нас дело не в этом. Я чувствую, что с тобой сейчас мазал. Или на базе. Не, у Олега Феофановича опять. Понижать? Олег, ты давайте не квартирники, а дачники устраивать. Маш, что ты делаешь? Вот чего вот это вот очко на меня палит? Ты меня сымаешь, что ли? Короче, осталось вот так, я думаю, сейчас акустика нормально. Антоша, давай мы тебя сымем. Ну блин. Ты вон что сымай, я не меня. Кастрюльникова не слушайте. Можно вопрос? Никого нет дома, не планируется в Ярослав перевезти? Очень хочется, но пока что не планируется. Я отцах ранен. То есть здесь вообще не будет дома, да? Ты что, домой что ли собрался? В Питере тоже. Не, мы уходили на улицу дышать воздух. Я у Саши тоже спрашивал, он говорит. Подождите, просто уезжать-то с Брэдисом по-любому. Так мы вот в Волге недавно встречались, играли. Я, может, еще в Волгу поеду. Переживаем, когда...